Очень вкусный и нежный пирог с сырной начинкой. Пирог получается не сладкий, но с горячим и сладким чаем идет на ура. Да и просто как основное блюдо на второе. Приготовить пирог с сыром из творожного теста очень просто. Рецепт из разряда палочка-выручалочка и на скорую руку. Вариант беспроигрышный, пирог получается всегда. Очень вкусный, сытный и простой. Настоятельно рекомендую попробовать. Сыр можно брать любой или использовать сразу несколько видов одновременно. Можно добавить к начинке 1-2 зубчика чеснока, свежую зелень или любимые специи. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, творог, размягченное сливочное масло, нарезанное кубиками, одно яйцо, соль и соду.